Саш, вопрос. Кость, ну с победой. Матч показался с одной стороны легким для вас, но, наверное, это не так, да? Нет, далеко не так, очень сильный соперник. Просто где-то у нас не получилось забить голы. То есть, ну, как говорится, пошло. Ну, не скажу, что игра была очень легкая. Повторюсь, очень тяжелый соперник. И нам сегодня просто больше повезло, чем мы. Не местами, а временами запирали в зоне, даже когда дальняя ласка была у ЦСКА, успевали по три смены даже сделать. Все-таки ну, Динамо не ровнее на данный момент в каких-то компонентах вашей команды? Да ни в коем случае. Так нельзя говорить, но в следующий раз, конечно, надеюсь, таким будет, они запрут в зоне. Но мы же не будем говорить, что они выше нас классно намного. Бывают всякие моменты в игре. Получилось то, что мы там на сменках их поймали, они уже подсело звено там. Потому что это не факт того, что мы наглые сильнее этой команды. Запас капризу, что ему дадите вот последний, когда забивали? Разве не Нестеров отдал? Капризов нет? Нестеров отдал. Не знаю. Ну, поспорьте об этом. Вроде Нестеров там. Значит, запас Нестеров. Насколько вы расстраиваетесь, когда попадаете под ротацию? Ну как я буду расстраиваться, попадает от тренера вся, как бы его задача, его работа. Так что эти не ко мне вопросы. Я не буду расслабляться, мое дело выходить играть. Костя, на Кубке мэра неделю назад забили «Динамо» две, в том числе ту, которая в овертайм перевела и победную. «Динамо» ваш клиент становится? Да нет, почему? Ну, получит. Говорю, хорошо, что забиваю, конечно, но много помогают партнеры, так что я не буду говорить, что там какая-то команда. Будем сразу выходить и забивать каждой команде. А вообще первые очки эти были в этом сезоне, ну, приятно, да, размочить счет. Да, конечно, очень приятно. Каждый, я думаю, игрок, ну, начинает свой сезон чуть-чуть нервничает, пытается как бы помочь команде, там, помочь, ну, как бы партнерам и себе, так что... Очень рад, конечно. Спасибо партнерам, что помогли мне это сделать. То, что забили сегодня все, и Светлаков, и Кузьменко, такая заявка от вас. Ну, мы просто стараемся приносить пользу команде, а не там забить, чтобы там именно я или он там. Хорошо, что забила вся тройка. Я очень доволен, ну, рад за своих партнеров, да и за команду, так что это очень хорошо. Спасибо. Костя, Минчес, я тебе просто...